Я несу мрачные вести. Зератул. Я пронзил ткань времени, но в будущем узрел лишь забвение. Но остается искра надежды. Ее жизнь будет в твоих руках. И хотя она должна умереть за свои преступления, лишь она сможет нас спасти. Погоди-ка, ты говоришь о Керриган? Прошло 4 года, ты появляешься из ниоткуда. Времени мало, ты должен понять. Здесь ответы на все твои вопросы. Загляни в него. Судьба всего сущего висит на волоске. Я тоже рад был тебя видеть. Ты не поверишь. Я только что видел на корабле Зератула. Сэр, вы перед этим наведывались в бар? Я видел его, Мэтт. Он был ранен и пытался от кого-то сбежать. И где же он сейчас, сэр? Не знаю. Но на корабле его нет. Он дал мне кристалл памяти, чтобы я непременно изучил его. Похоже, он хочет показать мне то, что видел сам. Теперь, когда у нас есть осадные танки, можно повеселиться по-взрослому. Да, ничто так не успокаивает, как рокот тяжелой артиллерии. Конечно, если она на нашей стороне. У новых танков улучшена броня и повышена огневая мощь в походном режиме. Главное, чтобы они также хорошо били по дальним целям. Остальное просто приятное дополнение. С танками и бункерами мы можем долго держать оборону. У нас на борту уже 3 артефакта. Когда мы наконец избавимся от этих чертовых штуковин? У заказчиков сейчас дел по горло. Зерги напали на их главную исследовательскую станцию на Тирадоре. Не думаю, что Мёбиусы выйдут на связь, пока не найдут планету поспокойнее. Ну, приехали. Как прошла встреча? Не понимаю, о чем ты. И еще как понимаешь, Джеймс Рейнер. На этом корабле был гость. Я чую его запах. Протос. Интересно. Чтобы тебе не почуялось, держи это при себе. Если еще раз сболтнешь лишнего, отправишься исследовать космос без скафандра. Вижу, у нас новая находка. Это протосское устройство? Именно. На вашем месте я бы не стал в нем копаться. Это кайдаринский кристалл Ихан. Своего рода запоминающее устройство. Он позволяет испытать то же, что испытывал тот, чья память записана в кристалле. Подобный опыт может оказаться очень опасным. При этом у вас нет и тени страха. Вы удивительный человек, Джим Рейнер. Вы знаете о протосах и зергах больше, чем эксперты, пишущие статьи для журналов. Уже жалею, что притащил эти артефакты на корабль. Вы что-нибудь о них выяснили? Да. Есть любопытное открытие. Артефакт Сксила отличается от остальных. Тем не менее, я думаю, что все они являются частями одного целого. То есть, вместе они станут еще мощнее? Видимо, да. Это только мое предположение, но, похоже, артефакты притягиваются друг к другу. Между ними есть некий гармонический резонанс. Судя по точкам, в которых происходит транслинейное выравнивание, я могу предположить, что они притягиваются как магниты в поле определенной конфигурации. Ясно. Вы вот что. Пока ничего не выравнивайте. По мне, они и так достаточно ровно висят. Рейнар, гончие пустоты все ближе.
Я вложил свою память, свою суть в этот кристалл Ихан. Ты увидишь все, что видел я. Увидишь, что у будущего все еще может быть надежда.